В субботу, 29 мая, на стадионе «Атомтранс» состоялся матч первого тура в рамках чемпионата Смоленской области по футболу между десногорской командой «Автомобилист» и футбольным клубом «Рослов». На протяжении всего матча десногорцы показывали свое преимущество в игре, несмотря на несколько опасных атак со стороны соперника. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 4-0. Убедительная победа в первом домашнем матче оставила довольными и зрителей, и игроков, и тренера клуба «Автомобилист» Александра Островко. После игры он не скрывал положительных эмоций от успешного старта в чемпионате. По его мнению, эта победа – прекрасный фундамент для дальнейших свершений в этом сезоне. Я думаю, что мы должны хорошо выступить, мы будем к этому стараться, стремиться. Хотим очень побороться за медали. В следующем туре десногорские футболисты отправятся в село Печерск. Там они сыграют с одноименной командой, которая в своем первом матче на турнире также одержала разгромную победу. В гостях со счетом 5-1 они переиграли смоленский клуб «Камея СК». А мы продолжим следить за турнирной судьбой команды из Десногорска. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.